Дорогие друзья, каждый день мы посвящаем вас в события из жизни знаменитых людей. И вновь мы вынуждены вам сообщить печальную новость. На 84-м году жизни скончался известный советский и российский актер театра и кино Владислав Гостищев. Владислав Гостищев родился 17 ноября 1940 года в Анапе. Окончил театральную студию при Краснодарском драматическом театре. С 1970 года – актер Костромского государственного драматического театра имени Островского. Снимался в кино, широкому зрителю известен по таким картинам, как «Мальчик и лось», «В начале славных дел», «Жестокий романс», «Оборона деревни Ляпишкина», «Котовский», «Мятеж» и другие. Владислав Гостищев – народный артист России.